Подожди, я не понял, чем они мы отличаемся. Ты за меня тоже отвечаешь? Или? Тебе вопрос задавали вообще, там спрашиваешь. Я настоящий чемпион. А тот поезд, за который ты будешь драться, за него дерутся те, кто не дотягивает спортивным уровнем до этого поезда. Я честно сказать, знать не знаю тебя. Я смотрю, ты хорошо разговариваешь. Просто чтобы предупредить тебя, мою сторону не было. А то конец будет плохим, а не здесь. Знаешь, я чему радуюсь? Аль-хамдулиллах, что ни одного душа нету духа, как у нас, блин. Вот чему я, мне пофиг на UFC, на все, блин. Наплевать мне, блин. Я посмотрю, какого, блин. Я тебе говорю. Говорю. Хорошо? Когда давай говоришь. Хорошо, хорошо, блин, посмотрим. Вот он, давайте. Ильяс, а вот ему ответим, Я дрался в ACA в таких лигах. Я по спорту двигаюсь. Хорошо, не по хайпу, по спорту. Я просто смотрю, какого уровня. Послушай, газовать-то не получится. Одно место засунь, это газ. Это ясно. Что ты засунешь? Нет, это газ. Переверну одно место. Тогда дерись за настоящий пояс. Ты с кем-то газовал, что-то у тебя была пресс-конференция. Если есть какие-то вопросы, с какими-то индейцами ты что-то получил, я тебе отвечу. Выходи, дерись со мной, если есть какие-то вопросы.